Привет всем новогодние друзья и подписчики, с вами Данил. Сегодня мы играем в Geometry Dash Meltdown на взломке. Вот, посмотрите, все эти кубики открыты, и цвета, все дела. Давайте начнем с первого уровня. Это моя тактика. Я так ровно летаю. Ребята, посмотрите. Самое главное, ставьте лайки, подпишитесь на канал и пишите в комментариях. Так, ребята, до Нового года осталось один день. Даже знаю, где находятся монетки. Моя тактика. Синий и красный. Есть! Прошли! Прошли первый этап. Кстати, у меня есть интересный факт в этих уровнях. Вот, смотрите. Та-дам! Постройка есть. Смотрите, как придумал разработчик. Вот это да! Нифига, как он построил свою карту. Вот это да! Вот это, конечно, да! Вот это разработчик придумал. Посмотрите, как это все выглядит. Прикольная постройка. Вот это, конечно, да. Так, давайте викинг-арена. Второй этап. Сюда есть, ключик был. Ребята, что-то... Это второй этап похож на какой-то адский мир. Но этот мир похож на ад. Ну, серьезно. Вот, посмотрите, тут все красно. Огни. Ну, это похоже на ад. Ну, серьезно. Серьезно. Блин, я чуть не сдох. Так, монетка. Я его собрал. Тут уже алмазный теперь. Монстры. Вот в этом мире. Блин, я чуть не сдох. Так, третья монетка. Снизу была. О, уже теперь желтые они. Как золотые. Они огненные. За нами. Убегаем от них. Ух, они чуть меня не догнали. Они меня чуть не съели. Что ж, давайте. Так, подождите. Сейчас я посмотрю постройку. Так, посмотрим постройку. Так, вот эта постройка. О, это как в игре. Geometry Dash. А в этой игре... Meltdown. Это как в игре Geometry Dash. Обычная версия, а в этой Meltdown. Смотрите, как сделал разработчик. Как он так придумал? Вот алмазное, то, что я там проходил. Все дела. Спускался вот здесь. Прошел здесь.
Здесь я там поймал монетку. Дела. Ну вот эти там летали, и здесь тут меня догоняли, они меня чуть не съели. И все, конец. Что ж, давайте последний по названию. Айворне Роботс. Посмотрим, что здесь сейчас будет. Там тоже монстры так делали разработчики, потому что они тоже создают карты, все дела. Монетка. Знаете почему? Постройка, как и где? Геометридыш. Потому что это новая версия в этой игре. Я круг, как ежик. Я кручусь, кручусь. Так, вау, сейчас будет сложнее. Так. Вторая монетка. Блин, что-то немного тут сложновато. Но я все равно пройду. Вот тут глазки тут. Дела. О! Нифига. Ладно, ребята, надеюсь, мы это сейчас закончим, потому что я сейчас дойду уровень, и мы сейчас этот уровень закончим. Все, третья монетка. Все, ребята, мы прошли все уровни, и сейчас мы посмотрим еще постройку. Так, залезаем в постройку. Как придумал разработчик. Та-дам! И вот посмотрите, какая постройка. Даже наверху тут шип. Ну ничего. Так, вот посмотрите, друзья. Вот это как придумал разработчик. Вот это да. Здесь я тут прошел, здесь там проходил, прошел. И вот здесь там был конец. Можно еще по-другому так пройти, друзья. Вот так вот. Поняли? Вот так вот. Вот. Итак, ребята. Вот я еще могу вам сказать. Вот. Поняли? До Нового года остался один день. Ладно, ребята, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео, то, что я прошел все этапы. Итак, ребята, вот, ребята, вы поняли? До Нового года остался один день. Напишите в комментариях, как вы проходили такие уровни в этой игре с монетками. И сколько вы штук понабрали. На этом все. С вами был Данил Данил. Всем пока, ребята. И наступающим Новым годом, друзья. С наступающим Новым годом, друзья. С наступающим вам. Я вам очень благодарю. С наступающим Новым годом, друзья. Всем пока и удачи. С Новым годом.